1 июня изменится правило оформления так называемого «Европротокола» для владельцев полисов ОСАГО. При отсутствии пострадавших автовладельцы заполняют протокол самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД. Чтобы зафиксировать факт ДТП, необходимо сделать фото или видеозапись, после чего машины нужно оперативно убрать с проезжей части. Стоит отметить, что лимит выплат по «Европротоколу» будет увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. Также с 1 июня в силу вступит новый государственный стандарт дорожной разметки, согласно которому на дорогах могут появиться синие полосы, обозначающие направление движения на перекрестке, желтые, запрещающие обгон, а также так называемая разметка-вафельница, призванная на борьбу с заторами. Авиаперевозчики смогут формировать черные списки пассажиров, в которые попадут граждане, отказавшиеся выполнить распоряжение командира судна, хулиганившие на борту и совершившие любые действия, угрожающие безопасности самолета. В будущем компании смогут отказать в перевозке лицам, попавшим в этот список. Закон вступит в силу уже 4 июня. Пользоваться мобильной связью смогут только абоненты, предоставившие оператору паспортные данные. Таким ограничением Роскомнадзор планирует решить проблему с незаконной торговлей сим-картами. Под удар попадут и сотрудники компании, которые пользовались связью на правах анонимности в рамках корпоративного пакета. По закону с 1 июня анонимных пользователей операторы должны отключать.